Несколько жителей области пострадали от действий мошенников. Пенсионерке из Камышина позвонил неизвестный, представился сотрудником пенсионного фонда и попросил продиктовать персональные данные банковской карты. Вскоре со счета потерпевшей были списаны 100 тысяч рублей. Аналогичным способом преступники обманули жительницу Краснооктябрьского района Волгограда. С ее банковской карты были похищены 200 тысяч рублей. Сегодня утром в городе Волжском на улице Александрова произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2112 следовал со стороны города Волжского в сторону химкомплекса. Выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со «Шкодой Фабия». От удара автомобиль отбросило на трамвайные пути. В результате ДТП в больницу с тяжелыми травмами госпитализированы оба водителя, а также пассажир отечественного автомобиля. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. В Михайловке оперативники задержали подозреваемого в сбыте поддельных денег. Мужчина расплатился на автозаправке фальшивой 5000-й купюрой и скрылся. Полицейские в кратчайшие сроки установили его личность. Сейчас 34-летний подозреваемый находится под стражей. Жительница Урюпинска подозревается в краже 30 тысяч рублей из квартиры своей знакомой. Находясь в гостях, женщина обыскала комнату и забрала 30 тысяч рублей. Отсутствие денег потерпевшая обнаружила на следующий день и обратилась в полицию. К моменту задержания подозреваемая уже успела потратить всю сумму. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.